В рамках содержания дорог сейчас подрядными компаниями, которые содержат краевые дороги, выполняются работы по аварийному устранению дефектов на проезжей части. Соответственно, это комплекс работ, это фрезерование, потом устройство верхнего слоя для устранения дефектов. Эти работы будут выполняться в соответствии с тем объемом работ, который проведен в ходе обследования автомобильных дорог. Все дефекты на автомобильных дорогах будут устранены. Соответственно, сроки это май, июнь. И мы увидим то, что те недостатки, которые были в ходе зимне-весеннего периода, они будут устранены. Также сейчас выполняется комплекс работ по ремонту дорог, будут выполняться. Это некоторые объекты переходящие с 2021 года, некоторые объекты этого года. Переходящие объекты – это у нас Садовое кольцо, а те объекты, которые непосредственно и также ремонт на трассе от Вулканова до Паратунки, до военного санатория, это работа, связанная с устройством линии наружного освещения. Там будут установлены порядка 117 опор, 8 автопавильонов с автобусными карманами. Также сделано, выполнено 880 метров тротуара, этот комплекс работ, и также устройство освещения на пешеходных переходах. А те ремонты, которые в этом году начнутся, в основном мы ожидаем это программу работ, это связано с безопасно качественными дорогами на участках Кузьмы-Ширецкой трассы, Петровск-Милькова-Ключи. А также самый главный ремонт, который мы ожидаем в этом году, это ремонт старой трассы от 11 километра до 24 километра дороги Петровск-Камчатский-Елизово.